Итак, привет, дружище, усаживайся поудобнее, не забудь поставить княжеский лайк, подписаться, ёлки-палки, ну чё ж ты без подписки-то смотришь, ну нормально же общались, ёлки-палки, пришел. Тебе-то это несложно все сделать, а мне-то, ёпта, ты поможешь конкретно, вот, так что давайте, друзья, я не знаю, давно на роллингах мы 1000 лайков не набирали, сегодня хороший случай, особое видео, потому что, как бы, дал мне аккаунт подписчик, а подписчик буквально со дня на день, не помню, завтра, походу, в армию уходит. Ёпту, это, скажем так, последний аккорд, вот, перед армией. Хочет он очистить свой аккаунт от самоцветов, от ништяков. Мы все паролим и... По сути, наверное, я, конечно, не знаю, как там ему повезет, но походу он свой аккаунтик целый год-то и возьмет и не увидит. А, я не знаю, сейчас запретили мобильные телефоны, смартфоны в армии российской или не запретили, но как бы пожелайте пацану удачи в комментариях. И напишите пару советов, вот кто уже служил в армии или не служил, просто там оставьте какие-нибудь советы, смешные или серьезные. Я думаю, что человеку будет приятно, ребятушки, взять это все дело и почитать. Ну, а перед этим, как бы, да, пельмени, вкусняшки, чаечек, ну, кто-то, может, пиво себе позволит, водку бы я не советовал бы. Вообще, в принципе, алкоголь на самом деле зло. Но, тем не менее, как бы, лучше смотреть мой роллинг, друзья. Я нахожусь на аккаунте игрока под ником Новый Игрок, 277 тысяч силы, 63 тысячи самоцветов, целая куча ништяков. Мы сейчас все забираем, все расчехлим, расскажу вам, что, зачем, почему, откуда и для кого. Далее, он находится в гильдии под названием Кейкрафт, ребятушки, 206 место в топе. Ребята, гильдия, прием от 150 тысяч силы. Если пропустил битву гильдии, тебе нахер исключат. Гильдия хорошая. Вот, ребята там активные. Я могу порекомендовать. Многих ребят оттуда знаю. Вот, так что, даже несмотря на то, что там находится экстази, вот, которому надо писать по поводу вступления, вступать в гильдию можно, ребзя, да, и мне не заплатили даже за это, к сожалению, но, короче, рекомендую. Рекомендую, ручаюсь за ребят, так что, если шо, играйте. 190 самоцветов мы забрали. Дальше, смотри, здесь что. Здесь ништяки, я так, ну, короче, это, я так понимаю, свой геймерса, наверное. Окей, смотри, сколько тут привалило всего самого хорошего. Дальше, что еще? Он просил там показать достижения гильдии. О, только и... Ух ты, 1600 самоцветов. Ёперный ты театр, у нас самоцветов-то много. Он просил показать достижения гильдии, а я что-то как бы я не понимаю, какие достижения показывать. Вот. Может быть, там типа эти волны, ну, как бы, ну, смотрите, первые места, все, достижения показал, ребята. Если что, вступайте, атака фортов, что у нас? Рейтинги, дивизия на первом месте с большим отрывом. Красавчики, если что, вступайте. Ладно, не суть, что у нас тут? А, здание я строить не буду. Вот, так, ништяки, ништяков тут дофига, мы их будем открывать, не знаю, может, в середине роллинга. Сейчас расчехлим немножко самоцветов. Посмотрите, сколько свободных мест на складе. Какой ответственный подписчик, да? Все бы так, друзья. Вот. Не хватает каких героев. Он даже написал, какие ему герои нужны. Может быть, там больше героев не хватает. Ну, короче, Мастер Рун, Берсеркер, Мисс Магия и Асура. Вот. 4 героев не хватает. Что у нас по поводу доната? Доната, по сути, нету. Это, наверное, эти халявные. А, ну хотя, может, Зефирика покупал, да? То есть, маленькое точечное вложение. Так, ребят, запомнили. Мастер Рун, Берсеркер, Мисс Магия и Асура. Давай попробуем выбить. Ну, кстати, интересно, если учесть тот факт, что все остальные герои есть, и нету Асуры, это, конечно, весело. Это очень интересно. Так, давай. Расчехляем самоцветы. Вот, моя, если что, ребят, я уже могу предположить ваши вопросы в комментариях, я не служил, я не уклонист, ребята, просто к моему, скажем так, совершеннолетию, у нас обязательный призыв в Латвии, я из Латвии, у нас его отменили, вот, потому я как бы не служил,
Так что, как бы так вот. Не служил, не мужик. А-а-а-а. Вот. Ладно, давай. Пока что-то даже намека не. Ну, землеройку выбили. Капитан Рогатка уже который раз. Ну, какие-то бесполезные герои падают. Трифиды там, Рогатки. Ну вот, слушай, даже, ну, землерой куда выбили, а так, как бы, что-то вообще, что-то даже такого, что-то более-менее свеженького-то и не видно. Варлок есть, конечно, королева ос, вот, что-то уже там посвежее пошло. Будет, конечно, обидно, если ничего не выбью, друзья, будет очень-очень обидно. Но мы не останавливаемся, давай еще десятку самоцветов потратим. И, слушай, сколько зеленых героев падало, вы видели, друзья? Химера. Кстати, еще надо достижение аккаунта показать. Я тоже вот немножко не догоняю этой фишки. Вы пишите, какие вообще достижения вам интересно смотреть. Ледяной феникс. Да, вроде как бы что-то симпатичное падает, но королева оса, я говорю, вот типа один раз упал, и все, упадет и второй раз. Королева ос. Дальше, да, я тебя жду сегодня на стриме по GTA RP. Я сегодня буду работать таксистом. Вот, Ронин, окей. Но что-то вообще. Вот что-то как-то не алё. Ладно, что по достижениям? Волны. АИ, окей. Ну, подземки, я предполагаю. Хотя, опять же, Миноса нету. Ну, смотри, восьмую кошмарку прошел. Молодец. Что тут скажешь? Без Миноса. Ну, хотя сейчас там этими командорами чем только не проходят. Ладно, так, ништяки. Так, открываем. Вы там писали, открывай все ништяки. Хорошо. Я человек простой, вы сказали, я открываю. Тут вариантов нету. Я, кстати, подстригся. Хотя что-то у меня сейчас прическа не особо стильно выглядит. Я хотел быть для вас стильным. Но вот что-то как-то не получается. Все равно лохматые видосы снимаю. Хоть волос стало и мышь, но все равно лохматые. Вот было бы интересно, если бы я жестко картавил, точнее колтавил бы. Вы бы смотрели бы меня или нет, а? Так, открываем. Сколько тут говнеца падает. Давайте попробую ради интереса все время вместо буквы R говорить L. Вот, так что давайте лолить. Это лжачно. Ржачно, то есть лжачно. Давай что-то я хочу такой маленький себе челлендж. Саша, 30 годиков. Решил вместо буквы R говорить букву L. Ха-ла-шо. Посмотрим, как у меня получится. И смогу ли я себя плокон... Тлолилевовать. Вот, вы там сами догадываетесь вообще, какое я слово имел в виду. Я что-то начинаю замечать за собой, что у меня мозг подсознательно начинает подбилать слова, в которых отсутствует буква «Лул». Ой, что-то, Саша, все. Что-то Саша... О, кто-то еще в лабиринт ходит, смотрите. Есть такие люди на селе, на Руси, понимаешь? Есть такие люди на Руси. Ой, какая Русь? Лусь. Есть такие люди на Руси, которые еще ходят в лабиринт. Все, типа... Клыша уехала. Просто лас пиздяй. Так. Так, давай эти сундуки откроем. Ну что, можно на лолингах сделать таладицию и все время говорить букву L. У меня, кстати, дочка. Букву Л нормально выговаривает. Господи, это жестко. Ребят, вы ничего не подумайте. Я не троллю тех людей. Не тлолю тех людей, которые колтавят. Вот, особенности, если девушки
Калтаве, то это прям вообще сразу писька встает, и это очень... это даже скорее классит девушку, вот. Так что, если вдруг кто-то из вас комплексует по поводу... Давайте нормально поговорю по поводу речи, то комплексовать не надо, в особенности, если вы девушка. Ну, а если вы парень, просто поменяйте пол. Я что-то тут уже... Я тут на своей волне, я уже какие-то карты пооткрывал, я даже не знаю, что там выпало, какие карты открыл, я хер его знаю. Просто хуйней занимаюсь, блин, жестко. Вот. Асура, во, выбили Асуру недостающую. Ну, хоть что-то. Ладно, вы мне потом расскажете, что там выпало. Так, окей, ничего. Давай, последние 30 тысяч самоцветов. Леди Лео, 190 рыцарь, снайпер, кристаллический эктоплазм, циклоп. Наемный убийца, шаман, палач, оборотень, 190 рыцарь. Ой, как-то все не очень. Оу, демон, охотник, давненько его не выбивал, это уже неожиданно было. Это неожиданно было, давай. Ну, слушай, тут уже как-то, да, тут уже как-то варлок. Ну, подожди, нам еще нужен там берсерк, мисс магия, мастер рун. Да, мастера руну уже давно не выбивал. Вот. Стрелок. А у меня на пельмени стрелка нету. А что делать? Так. Пепельная Матрона. Мы все ближе и ближе подходим к редким нужным героям, но что-то пока их не видно. То есть Пепельная Матрона, она, ну, как бы, она новый герой сравнительно. Она выпала, но как бы для судьбы, да, для повторки Пепельная Матрона на этом аккаунте уже была. И ты как бы Сноузила, Трифит, 6000 самоцветов, господи, отправляем человека в армию, даже героев не выбили ему нормальных, кроме Асуры и той с карточки, жесть жестокая, малышник. Оборотень, 3000 самоцветов последние, ну одержимый, господи. Просто жесть. Не знаю, это Uber Marginal, он же новый игрок. Желаю тебе удачи в армии, чтобы все было хорошо. Чтоб вернулся вот накачанным, отъевшимся, вот, с бабулесами. Чтоб все хорошо было. Вот. Ну а вам это желаю, да, тех, кто картавит, пол поменять. Нет, так, девушка, я не знаю, нахера я поднял эту тему, точнее, поднял, наверное, я не знаю, мне похуй, я не занимаюсь прескриптивизмом, блин. Короче, девушки, вообще, если картавите, вообще, это шикарно, вот, если мужики картавят, то тут хули на меня обижаться, ты ж мужик, ёпта. Вот. Ладно, вот, всем удачи, друзья. Всех целую в помидоры, про пельмени не забывать. И надеюсь, здесь будет 1000 лайков. Вот. И всем пока.